Однако Дхритарашта, дядя Махараджа Юдхиштхиры,
заботясь о благе собственных сыновей во главе с Дурьотханой, плел всевозможные интриги, чтобы лишить племянников по праву принадлежавшей им части царства. В конце концов, Пандавы попросили выделить им хотя бы 5 деревень, по одной на каждого из братьев, но узурпаторы и на эту просьбу ответили отказом. Их отказ и явился причиной битвы, которая произошла на Курукшетре. Таким образом, эту войну развязали Куру, а не Пандавы. Это часть комментария. Здесь вкратце описывается история Махабхараты. Шримад-Бхагаватам не дается эти исторические подробности. Тихаса, Пурана и другое назначение. И мы не видим следования хронологии таких писаний, как Шримад-Бхагаватам. Они составлены совсем по-другому, по другой цели. Обычно люди понимают влияние времени, как всегда, прогрессивное. Но это не так. Оно циклично. Поэтому хронология не открывает нам как бы истинный свет на события. Мы не можем опираться на эту науку. Что в прошлом люди были аборигенами, примитивными существами, теперь они более развиты просто потому, что по закону хронологии времени. Бывает и наоборот. Например, сейчас век Кали означает время и способствует деградации, падению нравов. То есть мы видим обратный процесс. Собственно, должно быть так, сказать разуму, что с течением времени мы должны быть более развиты. Ведь мы же не теряем время напрасно, мы на самом деле развиваемся, делаем открытия, усилия. Но говорится, что обманчивое влияние гун таковое, что в гуне неверности человеку кажется, что он прогрессирует. Обратите на это внимание, пожалуйста, в своей жизни. Это каждому из нас очень важно знать, очень важное знание. Мы должны быть с вами уверены, что мы на пути прогресса. Потому что есть масса способов подменить эти ценности. И вместо того, чтобы мы продвигались, мы можем совершать прогресс. Под влиянием кали-юги, под влиянием ума, материальных желаний, есть разные способы подмены истины. Например, одежда. Как он такой говорит. Недостаточно одеть одежду, поставить руку, чтобы стать преданным. Или инициация. Недостаточно инициации. И даже принятие отречения недостаточно. Нет, это все может быть подменой иллюзии. И в невежестве человеку кажется, что он продвигается. Абсолютно может быть убежден в этом. Хотя все наоборот. Гуны материальный продукт очень опасны на самом деле. И здесь говорится Махарадж 94, потому что Махарадж 94 никогда не поддавался на подмену. Не было такого примера. Это царь, праведник, садху, Джати Шатру. Это единственное явление, наверное, Махабхараты, всей истории планеты, Юдхиштхиру, у которого будущий император мира не имел врагов. Не имел врагов. Даже Дурьотхана не считал своим врагом. Даже Дурьотхана обманывал его, используя адхарму, пользуясь праведностью Юдхиштхиры, Юдхиштхира все равно следовал своим обетам. И делал то, что говорит Дурьотхана. Удивительно. Он не оказывал сопротивления. Что касалось его обетов, его праведности, правдивости, он всегда следовал, даже если он обещал делать неправильные вещи. Как в этой азартной игре. Он следовал дхарме, даже вот в этой адхарме находясь. Сама по себе ложь, она не имеет силы, влияния, если ее назвать ложью. Если мы называем что-то ложью, мы отвергаем это. Ни один человек не примет ложь, то есть под названием ложь, но ложь под названием правды принимают все. То есть адхарма, она именно пользуется силой дхармы. А дхарма взаимодействует с дхармой, она сама по себе не самодостаточна.
Наша материальная жизнь не самодостаточная, потому что связана с адхармой, с наслаждением чувств. Это адхарма. То есть для себя, для своей выгоды, собственной выгоды действует дрёдхан, это адхарма. Но силу они берут из дхармы. Они враждуют с дхармой, они узурпируют дхарму, ее достояние, ее энергии, ее знания. Потому что сама дхарма не имеет ничего этого. Невежество означает, что ничего, человек не имеет знаний, не имеет даже потенции. Он даже не знает о них, как сейчас, спросить любого о душе, понятия никто не имеет. Это дхарма. Но при этом они говорят, духовное развитие, культура, политика, экономика, но это все невежество уже. Под разными названиями. Изма Прабхупада говорит, люди принимают невежество, потому что названия сбивают с толку. И этих названий сейчас множество. И каждый из нас, если он обусловлен, он тоже о себе что-то думает. Тоже себе какие-то названия приписывает, ради которых он живет. Но обозначения очень дорогие. Мое имя, моя форма, мои качества, мой образ. И я живу с ним. Этот образ неразрушим практически, пока человек себя отождествляет с телом. Это аханкара. Если этот образ разрушается, это называется смертью. Смертью этого тела. Название разрушается. Отождествление разрушается. Потому что тело, оно всегда материально, оно невежественно, оно мертво. Его не нужно раньше времени разрушать. Оно уже невежественно. Ну, это пассивная материя просто-напросто. Но отождествление, название как бы одушевляют тело. Придут ей некую ценность, название. А по сути это мешок с костями, говорят. Бхагавата так смотрит. Его можно взвесить, продать на рынке. Но это просто какое-то сочетание каких-то элементов. Но название, образ, поведение складывается много иллюзорных вещей. Если они связаны с Кришной, это просто адхарма. Анартха. Препятствия. То есть почему я не могу быть счастливым так, как хочу? Потому что я себя так человек сделал. Вот оно препятствие. И есть множество препятствий вокруг меня, таких же существ, то есть я так человек сделал. Та же самая картина, причина та же самая. Но если человек себя не отождествляет с телом, он понимает, тело – энергия Кришны. В конце концов, это не всем телом, я даже управлять-то не могу, я даже не знаю, как оно устроено. Этот механизм непостижим. И живет еще больше механизм, еще более непостижим механизм окружающей среды. О! Это энергия Кришны, ясное дело. И когда он занимает эту энергию Кришны, служение Кришне, это уже не препятствие, это не анартха, это дхарма, это духовная деятельность. И в этом случае человек видит мир божественным взором. Он видит, что врагов нет в этом мире, препятствий нет в этом мире. 2004 года таким. Джата Шахту здесь говорит. Он не видел даже в Дурьотхане врага. Ну, как бы видел невежество, видел дхарму, но он абсолютно был уверен, что дхарма побеждает дхарму, если исследовать. При всех обстоятельствах. Он не свернул с пути. Даже отправляясь в изгнание на 15 лет, принимая все эти невозможные условия. Но при помощи дхармы он делал невозможные вещи. Юдхиштхира не был обычным человеком. Здесь, вот в одной части стиха, именно описывается качество Махараджа Юдхиштхиры. И в то же время описывается причина этой войны был не Юдхиштхира. Праведники тоже надо развязывать войну. Совершают ошибку. Здесь говорится, что Кауравы начали эту войну. С самого начала. Как? В мирное время. А сколько споров, сколько разногласий, сколько конфликтов, сколько насилия совершается в мирное время. Это война, по сути дела. Кали-юга не может быть мирным временем. Но мы войной называли с вами, когда есть организованные какие-то армии. Мы имеем в виду какую-то форму, оружие.
подготовку военную. И тогда, например, вот эта война началась уже, когда мы взрываем друг друга открытым образом. А когда скрыто действуем, мир, это мир. Когда мы там за глаза что-то говорим, там, что-то подстрекаем, что-то подставляем кого-то, обманываем кого-то, это мирное время. Карма. Нет, в Кали-Югу не бывает мира. Даже в душе, даже в уме не бывает мира. Здесь написано очень важные вещи, потому что не стоит думать, что с течением времени, просто с течением времени я стану чистым преданным. Этого недостаточно. С течением времени можно все потерять. Время может все забрать. Все, все ложные вещи время отберет. И если мы не будем практиковать по-настоящему сознание Кришны, с течением времени мы можем быть тоже разочарованы. Находясь даже как бы в области духовной деятельности, как бы находясь в области. По сути дела, мы должны быть преданными все. Чистым преданным. Уже сейчас. Чего? Посвящение многих уже есть. Достаточно. Святое имя есть. Каждый день достаточно. За 3 дня можно стать чистым преданным. Повторяю, что нас кругов внимательно. Соблюдать 3 дня. Но мы видим, что преданные почему-то многие хранят обиды. Годами. Они думают, что в течение времени что-то произойдет. Ничего не произойдет в течение. В этом случае под лежачий камень вода не течет, говорится. Можно так всю жизнь просидеть обиженным, думая о себе. Повторяю Хари Кришна мантру. Миллионы жизней можно так повторять Хари Кришна мантру. Поддерживая свою эту крохотную привязанность за свое название, за свое дорогое обозначение, которое было затронуто кем-то. Неправильно понято. Мой образ, самый дорогой для меня, завидный, 50 лет назад. И я жду, когда же Калкиват распустится. Ну так до конца Кали-Юги время еще есть, конечно. Я говорю об умонастроении, это вот хронология, внушенная нам историками. То мы сейчас цивилизованные люди, они говорят, утверждают. На каком основании они утверждают, что они цивилизованные люди, если они живут как животные? В лакированных машинах сидит хорошая породистая собака, ну и что? На этом основании они утверждают, что они цивилизованные люди. При этом их культура, она на уровне животных. Действительно, образом Прабхупада сказал. На уровне животных. Их даже наука такая. Научились считать атомы и молекулы и думать, что они великие ученые. Как дети просто. А где мир? Основа цивилизации. Прежде всего, мир, говорит Собака, видите, где мир? От рождения мы не видели мира с вами. И умрем, и так и не увидим этого мира, если мы не в сознании Кришны. Нет мира. Где? Где ученые? Что они скажут? А они вам, знаете, что скажут? Китай, это естественно. Естественно, у человека есть гнев, есть жадность. Это нормально, это природа. Посмотрите на собак. Посмотрите на кошек. Но мне вчера показали, или позавчера, ролики, что даже животные добрее человека могут быть. Попугай кормил собаку. Я собственными глазами видел запись. Он сидит на столе, попугай, у него там тарелка с макаронами. Он ест макароны. Собака, она на стол не может забраться, она там внизу. И она просит у него. Она же завидует, тоже зависть есть. Если взять, что скажем, одна из этих фигур это Россия, другая это Америка, то ситуация у них гораздо лучше, чем у России в Америке. Попугай берет эту макаронину и дает собаке. А что русские делают для американцев? А что американцы делают русские? Да ничего как. Вот пока я жив, все они еще ссорятся. Не могут найти общий язык. Непримиримая политика. Невозможно. И все больше и больше утверждается, поколение за поколением, что эти плохие, эти плохие, эти плохие. Когда я сейчас с американцами говорили, мы очень удивились, когда первый раз увидели русских. Что они такие же, как все.
нормальные люди. Что нам образ показывали совсем другой, страшный какой-то образ. А мы удивляемся, когда видим американцев, и это нормальные люди. Что нас тоже создали образ какой-то. Мы изучаем Шримад Бхагавад-гиту, чтобы все эти ложные обозначения устранить из собственного ума. Прежде всего, свои обозначения, самомнение свое. Ложное самомнение, которое не позволяет мне жить в мире с другими и самим собой. Здесь нужно утвердиться в служении. Тиштира он был слугой. Императором слугой. Поэтому не был врагом. Как? Как? Услуги он был враги. Откуда он служит все? Тогда он не слуга уже. Если он выбирает, кому служить, кому не служить, как служить, за сколько служить, за какие деньги служить, я еще подумаю, то он уже господин, видите, он уже, как это называется, он слуга, который хочет царить. А есть царь, который хочет служить. Вот Юдхиштхира — это царь, который хочет служить. А Вехкали — это шудра, говорится, одетый в царский одет, он хочет царить. Это отвратительная личность. Вот это желание слуги царить отвратительно, говорит, личность становится отвратительно, неестественно. Много злоупотреблений, много лжи, много обмана, много коварства. Это черный человек, который поднимает руку на самое святое в конечном итоге. История описана Богом. Царь Парикшит, он встретил этого Кали, избивающего быка невинного. Перебил ему ноги. Бык религии, говорит. Как можно быть против религии? Прежде всего, нужно разобраться, что такое религия. Не очередной ли наша выдумка или обозначение? Нужно разобраться в этом, что же такое святые понятия. Нужно их очистить, в своем сердце поместить, познать истину, чистую религию. Не какую-то дхарму, нет, не ложную религию, которая преследует какие-то корыстные политические, экономические цели, личные цели. Это не религия. Сейчас люди боятся религии по той причине, что они стали какой-то дхармой. Адхармой, фактически. Религия против религии сейчас выступает, против Бога. Если так строго сказать об этом. Как это есть на самом деле, вы должны увидеть тоже. Не быть сентименталистами. То есть в сердце вы должны ясно различать эти вещи. При этом не сохранять враждебность сердца. Не иметь вражды никакой. Потому что таким путем, средствами кали-юги, мы не добьемся успеха. Нужно принести мир в свое сердце. Мир, знание, любовь. Мы должны быть носителями истины. Аджата Шатру. У нас не должно быть врагов. И мы должны сворачивать с пути праведности. Если мы стали на этот путь дхармы, нужно все до конца. Нас очень интересует конечная цель. Ради чего мы стали на этот путь? Бесконечная цель. Очень важно именно до конца дойти. Поскольку пандавы были кшатриями, их основное и единственное занятие состояло в том, чтобы править. Браманы, кшатрии и вайши ни при каких обстоятельствах не должны добывать средства к существованию, работая на панайму. Это описывается также в 11-й песне Бхагаватам более подробно. Кришна объясняет эти вещи Удаве. Раскрывает более подробно суть варнашрама дхармы, поведение брахманов, кшатри, вайши, шудр, что они могут делать, что не могут делать. У каждого человека есть своя природа, материальная природа. Это честь, это тоже гордость, честь. Но когда это честь? Когда занято служение Кришне, мы гордимся этим. Это истинная гордость. Я слуга Кришны. Я кшатри. Мой долг перед Богом защищать славу. Устранять боль в обществе. Все виды лжи, обмана, адхармы я должен пресекать строго. Махараджа Парикшит, что делает его Кали, его голос был как гром с неба. Кали задрожал. Кали-юга задрожал. Это был как Ямарадж с оружием. Он сразу хотел убить его на месте. Ты что, говорит, нет защитника Удхарма? Ты кто такой? Бесстрашно, абсолютно. Так кшатри пришел. Попробуй сделать что-нибудь дурное. Кшатри есть.
вооруженный кшатри, и он применит насилие, он защищает религию. Эти люди не работают по найму никогда, говорит. Кшатри даже деньги не зарабатывает, он налоги собирает. Он имеет право просто подойти и сказать столько-то процентов сюда в казну, что он заботится о благе всего государства. Ему дается это право собирать налоги. Но если он злоупотребляет этим ради собственной выгоды, он говорит, это шудра, ряженые царские одежды. Это шудра, ряженые царские одежды. Кшатрий, который берет взятку, это продажная какая-то шкура. Это не кшатрий, это не честь. Чем гордиться здесь? Это гордитесь, если вы кшатри перед Богом, если вы вайши перед Богом, если вы зарабатываете большие деньги, да, вы миллионер, миллиардер, но вы на эти деньги делаете потрясающие вещи для общества. Это гордость, это настоящее, это счастье на самом деле. Шудр тоже может гордиться своим трудом, сколько делают люди для поддержания общества, простые люди, сколько они работают на земле, сколько они заботятся о коровах, друг о друге, о высших классах, они выполняют все их поручения. Каждый перед Богом становится истинно гордым, истинно чистым. Дхарма – это настоящая гордость. Это ложная гордость, которую нужно потом защищать каким-то образом, при помощи политики, манипулировать, скрывая свои недостатки и грехи. Это ложная гордость. Он говорит, по найму человек не работает, если он к высшему классу относится. Шудра работает по найму, это нормально. Его никак не порочит, и даже наоборот, это хорошо, потому что он не имеет независимого разума, и для него очень хорошо, что был очень хороший хозяин, честный, чистый хозяин, это удача. Все люди в обществе, они надеются, что царь будет честным правителем, позаботится о людях, а мы будем работать, выполнять свой долг, это естественно. Это как дети, их нельзя обманывать, говорится. Они наивны, может быть, не очень разумны, но их нельзя эксплуатировать. О них нужно заботиться, как о детях. И дети склонны также нарушать какие-то вещи, там, или воровать, или драться, говорится. Да, шудры тоже есть склонность принимать интоксикации, играть в азартные игры, пить вино. Поэтому должны быть высшие классы, кто будет ограничивать их, дисциплинировать их. Это устройство божественное, варнашрама дхарма. И здесь говорится, что Дурьотхана, Дхритараштра, когда пандавы выполнили все условия этого проигрыша, честным образом, они вернулись и по праву потребовали дать хотя бы 5 деревень для правления, что мы кшатрии, мы не можем наниматься на работу, мы должны править, дайте хотя бы 5 деревень 5 братьям, чтобы могли управлять, следовать своей природе. Долг руководства занять каждого согласно природе. Каждый имеет право быть занятым согласно природе. И обучиться нужно этому. Все это организация устраивает, общество устраивает, обучение, образование, профессии, уклады. И распределяется это согласно природе. А все это уже есть в природе. Кришна уже создает все эти классы, они уже существуют всегда. Это не наш ресурс. Но Дхритараштра был под влиянием Дурьотханы, Адхармы. Адхарма воплотилась в Дурьотхане и Шакуни. Она действовала оттуда. И Дурьотхана заявил уверенно, он знал, что отец не будет спорить с ним. Отец слабый, безвольный. Дурьотхана подчинил его. Но сказал, я не дам даже столько земли, чтобы отлить иголку. Но он был разумный политик. Не просто был вредный человек, он был разумный политик. Он понимал, что если пандам дать 5 деревень, через очень короткое время они создадут империю. Такое правление, как Махараджа Юдхиштхира, оно притягивает всю планету, всех людей, все придут туда к нему. Все остальные царства постепенно уйдут к Юдхиштхире. Но он понимал, 5 деревень отдать, значит отдать царство, если дают Юдхиштхиру. При этом Юдхиштхира даже не будет бороться за власть и воевать.
Потому что он праведник. И он на самом деле заботится о людях. Он кшатрий, браман, он знает, как это делать. Никогда Юдхиштхира никого не эксплуатировал. Он говорит, нет, не получит они земли даже столько, чтобы отнуть горку. И таким образом, что он сказал? Он сказал, война. Это другая форма вызова на войну. Мы должны знать такую вещь. Если мы ущемляем чью-то природу, обязательно будет обратная реакция. Например, природа женщин. Если их эксплуатировать, ущемлять, будет страшная реакция, разложение общества. Если им дать полную свободу, другая проблема будет. И задача заботиться так, потому что поддерживающая сила в обществе, это в основном женщины. Браманы, старики, женщины, коровы и дети. Это поддерживающая сила. Иногда мужчины собираются, что-то делают, организовывают, создают, а потом думают, ну теперь вот, делайте, поддерживайте, и некому поддерживать. Потому что поддерживающая сила от женщин, если есть достаточная забота об этой природе, достаточно поддерживающей силы. Если нет, то мы видим, что все распадается, все, что мы делаем, трудно поддерживать. Не по силам как-то. Я думаю, может быть, не хватает людей, может быть, не хватает образования. Нет, в природе уже все есть. Кришна дал. Варнашрама дхарма. Мужчины, женщины, дети, старики всегда есть. Есть варны, браманы, кшатри, ваши шудры есть. Ашрамы. Все существует, все для прогрессивной жизни. Пожалуйста, можно прогрессировать прямо сейчас. К Богу можно прямо сейчас всем отправиться. Все будут счастливы. И вот таким образом Дуйотана отказал природе кшатриев, праведных кшатриев. Ну и естественно, что же, война. Мира не будет. Нельзя идти против природы. Невозможно. Здесь вкратце это описывается, тут уделяется внимание всей истории Махабхараты. Я прочитаю еще один текст. Ядача парта прахитаса паям джагад гуру яни джагада Кришна. Нани кумсам амритай нани ранжор мени кшата пунья реша. Арджуна направил Господа Кришну, духовного учителя всего мира, в собрание кауравов. Одним Бхишме и ему подобным речи Господа показались чистейшим нектаром. Но другие не обратили на них никакого внимания, так как до последней капли исчерпали запас своих прошлых благочестивых деяний. Царь Дхритараштра или Дурьотхана вообще не принял слова Кришны всерьез. Кто скажет, как так могло случиться? Сам Кришна обратился с речи, но кто-то вообще не принял всерьез то, что сказал Бхагаван. Какой такой может быть? Ну вот мы с вами распространяем Бхагавад-гиту, мы видим тот же самый эффект. Кто-то говорит, ой, я давно искал эту книгу, берет, хватает ее просто, знаете, читает днем и ночью. А кого это не привлекает вообще? Это Кришна. Господь Кришна, духовный учитель Вселенной, взял на себя роль посла и по просьбе Арджуны направился в собрание царя Дхритарашты с миссией мира. Кришна, владыка всего сущего, будучи трансцендентным другом Арджуны, он охотно согласился выступить в роли его посланника, чтобы оказать ему дружескую услугу. Это пример проявления любви Господа к своим чистым преданным. Придя в собрание, Кришна повел речь о мире. И Бхишма вместе с другими великими военачальниками с наслаждением внимал ему, ведь к ним обращался сам Господь. Вот такой был план пандавов. Уже перед накануне войны, уже отношения когда обострились полностью,
как бы не избежать было уже военных действий. Но они снова всерьез задумались, стоит ли проливать столько крови. Они горели желанием воевать, в принципе, с Кауравами, но когда вот речь зашла уже непосредственно о битве, они, как праведники, задумались, стоит ли проливать столько крови. Все-таки можно ли установить мир, и как, что еще, какие средства у нас есть, чтобы установить мир. И самое лучшее, что они могли придумать, чтобы Кришна сам попытался это сделать. Ну уж Кришна точно стоит мир. Его воля выше всего. И люди так не могут. Удивительно. Потрясающая игра. Юдхиштхира был уверен совершенно, что Кришна, почему? Кришна установит мир. Арджуна просил его, как друг, по-дружески. И Кришна говорит, ну ради дружбы Арджуна, я, конечно, сделаю все, что возможно. И что же, Господь делает все возможное, у нее не получается. Я думаю, что пандавы не ожидали такого результата. Они же знали, что такое Кришна. Но Кришна, он заранее сказал Юдхиштхире, что, скорее всего, Дурьотхана не согласится на это. Я не смогу уговорить Дурьотхану. Здесь описывается, почему. Потому что Дурьотхана не обратил внимания вообще на его посыл. Не обратил внимания. То есть, Кришна, если мы не слушаем его сердцем, он уже не Кришна для нас. Если мы слушаем просто умом, или пытаясь со своим опытом слышать то, что он говорит, или чувствами, это уже не Кришна. Это уже что-то относительное. Поэтому Бхишма, как Махаджан, он услышал эти вещи, для него это поток нектара был. Абсолютно истинно говорит. Каждое слово точно, глубоко, безупречно. При этом все корректно выражено, приятными словами. Высший уровень дипломатии, знаете, абсолютно дипломатии. Бхишма был просто в восторге, когда услышал речь Кришны. Что лучше еще звучало вообще в этих стенах? А Дурьотхане было абсолютно все равно, что Кришна даже не запомнил. Был одержим своим желанием царствовать. Его не интересовала никакая истина. И более того, он Кришну хотел захватить в плен тут же. Каковы отношения? Тоже личное отношение с Богом. Личное отношение с Богом. Они разные бывают. В материальном мире много врагов у него. Много недоброжелателей. Он друг каждого. Но в основном все критикуют его здесь. Это материальный мир Прупаска, он подобен отхожему месту. Он влил ту машину, которая прессует мусор, знаете. И потом этот прессованный кубик бросает куда-то, там выбрасывает асфальт. Он говорит, вот этот материал уже нужно так весь прессовать. И ты... Он весь пронизан от этого невежества. Тут ни одно живое существо не имеет любви к Богу. Ни одно живое существо. А их тут мириады, мириады этих безбожников. Поэтому это не удивительно, что один Дурьотхана там скажет. Шакуни тоже, там все эти братья его, и Дритараштра, и многие другие. Ведь большинство армии было на стороне Дурьотхана. Но он добился, что и Бхишма тоже был на его стороне. Бхишма Махаджан должен сражаться за Дурьотхана тоже. Какова мощь материалистов? Что это царство материи, это царство материальных желаний. И они здесь, как правило, побеждают время от времени, любая религия в упадок придет. Яда-яда, хитармася, и Кришна сам приходит. И уже он делает то, что даже кому-то не нравится. Всех собирайте на Курукшетру. И там просто мясорубка. Рано или поздно, говорится, эти силы не уничтожаются. Даже вся Вселенная рано или поздно уничтожается. Она материальная. Она не приносит счастья и удачи никому. Она лишь иллюзию обманывает эти души, которые держатся за нее, убивают друг друга.
Полубоги, демоны сражаются постоянно. Все живые существа вступают в конфликт, поедают друг друга. Люди никогда не могут от них мира и покоя друг с друга. Вся материальная вселенная такая говорит. И Кришна вернулся и сказал: извините, я принес плохую новость. Неудача меня постигла. Наставник Кришна сказал, что я хотел этой войны. Только ради Арджуны он пошел на перемирие, но он сделал это блестящим образом, безупречно, честно, как полагается Верховному Господу с позиции Дхармы. Он выполнил свой долг блестящим образом, но тем не менее он знал, Дурьотхана не согласится, что он был в его сердце в это время. И когда Кришна говорил, то внутри, как сверхдуша, внутри сердца Дурьотхана, но он чувствовал этот протест, и он специально говорил так, что протест усилился еще больше. Он так праведно говорил, что Дурьотхана не мог слышать все это. Эту праведность Кришны. Гневался, была обратная реакция. Видите, что Кришна делает? У нас не было, может быть, столько много врагов до сознания Кришны. Но помимо всей Кришны, у нас столько препятствий сейчас, да? Столько Дурьотхан, столько Дритараш, в любой семье сейчас найдем столько проблем. Редкая семья вся приходит в сознание Кришны, но в основном многим это не нравится. Все же было нормально. И вот Кришна устраивает Курукшетру. И несмотря на то, что эти наши родственники все равно нас распределяют туда-сюда, и сражайся, все, Пандава. Сражайся с Кришной. Вот твой отец безбожник, что делать? Не уступай ему, сражайся. Повторяй Хари Кришне и все. Вот как нам приходится действовать. Где мы видим мир в Кали-Югу? Но из ложных надежд что-то надеется. Может быть, Кришна пошлет хорошего мужа, жену, кто будет повторять, воспевать, проповедовать. Кто меня спасет из этого материального мира. Лакшми спустится. Или сам Рама. Экспансия какая-то проявится в моей жизни. Нет, Хари Кришна будет у нас. Уже спустился, вот так все. Ну, может быть, если кто-то очень хочет жить счастливо в этом мире, он может получить хорошее рождение, говорится, могло быть. Благодаря духовной практике он может вообще на высших планетах родиться. Там семьи получше немножко. Может такое благочестие заработать, использовать так, да, духовный. Потом все равно разочаруется, вернется сюда. Уже к концу Кали-Юги. Скажет, зачем я еще тут? Просил. Пора уже уходить отсюда. Рано или поздно мы сделаем этот выбор, говорится. Придет такое время. Майя нас все равно не отпустит. Пока мы не продвинемся к Кришне. Итак, Дурьотхана и его отец не приняли слова Кришны всерьез, поскольку исчерпали запас своих прошлых благочестивых деяний. Такой образ действий характерен для всех неблагочестивых людей. Человек, имеющий достаточный запас благочестивых поступков, может в следующей жизни стать царем. Но поскольку Дурьотхана и его приспешники исчерпали весь запас своей прошлой благочестивой деятельности, им суждено было лишиться своего царства, уступив его Пандавам. И все их поступки свидетельствовали об этом. При помощи каких-то злодеяний, обмана, коварства они добивались успеха, берет наша Кунитаджа. Но здесь другая сторона рассматривается. Когда человек добивается успехов неправильными способами, он сжигает запас благочестия. И когда он добивается все же желаемого, как правило, он очень быстро это теряет. Потому что устойчивое положение наше зависит от запаса благочестивой кармы. Пандавы, они проигрывали, они в изгнании были постоянно, где-то они преследовались. Но они увеличивали свое благочестие.
Поэтому странная вещь произошла на Курукшетре. Малочисленным войском, не имея таких могущественных воинов, как Кишма и Дрона, Пандавы одержали победу. Причем все были убиты с двух сторон, кроме Пандавов. То есть были неуязвимы, поскольку имели запас благочестия. Есть как бы критическая масса этого благочестия. Человек достигает этой критической массы благочестия, он вообще здесь не рождается. Он не достигаем будет заблудности земных политиков или добра и зла в этом измерении. Его здесь просто нет. Он не достигаем, вы ничего не сможете плохого сделать. Эти слова не доходят до него, эти поступки не достигают его. Как солнце, мы ничего не можем сделать солнцем, навредить ему. Это вне пределов нашего влияния, это другой уровень жизни, деятельности, другой уровень благочестия. Кто-то живет на солнце, кто-то на Луне, кто-то на других планетах. И здесь даже, в этом мире, если человек в своей жизни накапливает такое благочестие, при жизни становится неуязвим даже в присутствии жесткой политики. Даже находясь на войне, как Пандавы, и волосинка не упала с головы. Это результат накопленного благочестия. Прежде всего, мы должны стать неуязвимы к плохим словам, к критике в свой адрес. Научиться этому. Это тоже запас благочестия требуется. Если человек, как Дурьотхана, шипит, как змея при каждом слове его адрес, наставлении, то он не благочестив просто. Слаб. Он теряет свое положение, свой уровень, падает вниз. Но если он терпеливо продолжает свое служение на верном пути, невзирая на препятствия, это означает, что он уже имеет запас благочестия большой. И становится в конце концов как лотос, с которого любая вода скатывается, чистая и грязная. Все, неуязвим. Все, эти люди уходят из этого мира земного. Идут дальше. Также можно развить сознание Вайкунхи за короткую жизнь на земле. Кто-то может пойти в рай, кто-то родится снова здесь. Кому-то, может быть, не очень повезет. Если он совершал трудные вещи слишком много, он может уйти в мир страданий на какое-то время. А кто-то может развить сознание Вайкунхи. Уже здесь служить Богу, как в духовном мире. Для преданных речи Господа это всегда нектар, но для непреданных его слова горьки на вкус. Так здоровому человеку леденцы всегда кажутся сладкими, а больному желтухой нестерпимо горькими. Это пример Рупы Госвами. На святое имя оно сладко как леденцы, как мед. Но больной желтуха не может чувствовать. Кажется, что это горько. Наши духовные наставления, они нектар имеют. Нектарные. Но кому-то кажется, это неприятно. Это зависит уже от качества самого человека. От его состояния ума, насколько он здоров умственно. Ведь болезненно оскверняет восприятие. А вы даете Бхагавад-гиту людям, книги Шрилы Прабхупады. У них есть шанс выздороветь со временем. Потому что даже если это горько, но они принимают это исцеляет. Мы тоже еще некоторые вещи с горечью, но принимаем, поскольку преданные, разумом принимаем, хотя, может, не очень приятно. Но разум берет вверх, читаем шасты, слушаем. И мы принимаем. Это хорошо. Неприятное лекарство тоже нужно принимать. Что оно исцеляет. А потом происходит трансформация, чудо некоторое. Что это горечь на самом деле становится чем-то сладким. Это леденцы, желтуха уходит.
На самом деле нектар всегда был. Если мы здоровы, мы чувствуем себя всегда хорошо. Прабхупада, когда говорил о здоровье, он имел в виду такое здоровье. Не только физическое здоровье. Именно прежде всего, чтобы ум был здоров у человека. Ясный, радостный человек. В глубине души мы должны чувствовать радость жизни. Это тоже чистота. Не замыкайтесь в себе никогда, в своем узком мире. Особенно, что касается обид. Или, так сказать, несправедливости. Такие слова есть в материальном мире. В материальном мире такие слова есть. В духовном мире таких слов нет. Не тратьте время понапрасну на эти вещи. Так можно не заметить, как жизнь пройдет в этом состоянии ума. Может потерять много времени. За 3 дня можно стать чистым преданным. Мы не идеализируем, что каждый сделает за 3 дня. Но почему такой же, возможно, 3 дня, несколько дней. Если не держаться за все эти свои обозначения, за все понятия плохого и хорошего, друзей и врагов, кто мешает? Кто мешает? Наш ум. Мы работаем с ним. Давайте будем решительны в этом смысле слова. Будем работать с ним. Не расслабляйтесь, не ждите избыточных вещей. Надо работать. Нет. Вопрос, пожалуйста. Хари Кришна, Гуру Махарадж. У меня такой вопрос. У преданных есть такая традиция, каждый день проводить, читать Бхагаватам, потом давать лекции и проводить так ежедневно. И получается так, что не всегда бывают авторитетные старшие преданные. Как бы, и зачастую получается так, что читают Бхагаватам, потом тот, кто проводит его, он дает свои комментарии. И в конце уже задает такой вопрос, есть ли у кого-то дополнение. И вот сама постановка такого вопроса зачастую получается так, что уже другие преданные, которые ставили себя в позицию ученика, они выходят из этой позиции ученика. И, соответственно, тот, кто проводил сам Бхагаватам, он уже перестает быть проводником гуру. Хотелось бы ваше мнение, то может это от ума как-то у меня получается. И сам Бхагаватам уже переходит в состояние обсуждения, когда каждый выводит свое мнение. Хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу. И то, и другое применимо. Кто-то очень опытен Бхагаватам, в классе Бхагаватам, просто дает Бхагаватам, другие слушают эти вопросы. То есть, как, тут явно человек имеет огромный опыт. Никто не дополняет его обычно. Просто хотят слышать больше. Естественно, так происходит. Если нет таких очень опытных проповедников, то чаще всего класс Бхагаватам переходит в обсуждение. Это тоже хорошо. Используйте это. Но обсуждение не означает, что там мы должны спорить за какие-то точки зрения. Именно обсуждение этой темы, углубление. С разных точек зрения подтверждаем, что сейчас мы читали, что слышали. Мы вместе дополняем еще больше. И таким образом атмосфера становится очень благоприятной. Кришне нравится. Если мы не можем дополнять, мы вступаем в конфликт с лектором, в спор, то нехорошо это. Нужно уметь именно дополнять тему, не противопоставлять, а дополнять. И то, и другое. В начале лекции вы очень заинтриговали темой о том, что может быть в иллюзии,
фонового и своего роста, но при этом быть в невежестве по факту. Можете, пожалуйста, раскрыть еще эту тему? Тему невежества раскрыть? Тему невежества и фонового роста. Я не смогу сейчас ее так раскрыть, чтобы иллюзия ушла полностью. Просто мы должны помнить об этом, что мы все еще под влиянием иллюзий находимся. Все еще. Не забывайте об этом. Не думайте даже в какой-то момент, что я уже вне иллюзии. Вот скорее об этом как бы речь была, чтобы мы адекватно оценивали свое положение, совершали усилия, чтобы мы работали над собой. Не забывали об этом. Потому что как? Малейший какой-то успех в чем-то, и тенденция расслабится. В материальном мире так. Ведь люди работают ради плодов. Заработал плоды, я расслабляюсь, когда плоды получаю. Я наслаждаюсь плодами. За каждым усилием есть какое-то расслабление. Таков ритм материальной жизни, рожденный, так сказать, кармический. Но Прабхупада предупреждал, не расслабляйтесь. Всегда развивайте свое сознание Кришны. Майя не расслабляется никогда. Если вы расслабляетесь, майя не расслабляется тоже. Кришна, можно вопрос? Где? Здесь. Спасибо большое за лекцию. Я сегодня как-то вышла на Мангаловати, поклонилась в Ашсан и вспомнила свой жаб-ретрит, который я себе некогда устроила. И ум, но я слышала также из лекции, вы говорили, что иногда ум взрывается, его не так просто держать все время в узде. Иногда нужно отпускать его. И мой вопрос в том, как находиться в этом постоянном состоянии ретрита святого имени, как быть в этом настроении, чтобы все время болеть за это и молиться, потому что ум, он так или иначе, он хочет, чтобы его иногда отпускали, иногда прижимали. То есть он не хочет, чтобы ее прижимали, но хочет хотя бы, чтобы иногда узду эту отпускали. Как постоянно, чтобы эти, как это вымолить, может быть, или как-то еще. Ретрит в переводе в уединение, так я понимаю. То есть это определенная форма внешнего отречения. Например, мы здесь собрались в храме, в алтарной комнате. Нас сейчас нет, ни в городе, там, ни в этих обстоятельствах, ум, страсти, невежества. Храм – трансцендентное место. Это ретрит, уединение. Так, это определенная форма отречения. Здесь нет никакой материальной деятельности, мы сейчас от нее отреклись. Специально для того, чтобы слушать, успевать. Да. Но если нет служения, куда вы вернетесь потом? Снова мать. Поэтому главное не отречение внешнее, а служение. Если вы к служению возвращаетесь, вы сохраните это все и приумножите. Если вы в мае возвращаетесь, вы потеряете это. Забудете. То есть не отречение главное. Кто-то может говорить, ох, хорошо, давайте так постоянно жить вот в отречении. Нет, без служения отречения тоже недолговременно. Такие ретриты хорошо, чтобы поднять дух. Но куда направить этот дух? В служение. Служение важнее отречения. Думайте о служении, не о самих ретритах, как о вашей жизни, а о жизни служения. Думайте о служении, о миссии. Спасибо большое. Я просто понимаю, ретрит – это не как перевод этого слова, а как то, что постоянно находиться в памятовании. Это то же самое. Не пускать... В результате отречения в этом. Но настоящее памятование – это служение. Спасибо большое. А второй вопрос можно еще сразу? Вчера вы рассказывали о Джаяпатаке Махараджи и говорили, как он дорог даже таким душам, которые ничего не знают. А его могущество и величие. И вот у меня вопрос в том, что как-то раз, когда его ученица рассказывала, как когда он шел, тоже и вокруг много воспеваний были ученики, и он увидел умирающего, оставляющего тело кузнечика или саранчу, и он встал над ним, встал за него молиться, это было видно. И вот это сострадание, оно как прохлада Махараджа, это вот грань всех преданных, которые вот находятся на таком уровне, или просто у кого-то больше, у кого-то меньше, или это вот такое страдание, это у всех такое,
по всем живым существам. Это... Попробуй, может, у тебя тоже так получится. Пойди, пусть не читай. Попробуй. Делай то, что тебе понятно сейчас. Эти вещи, когда ты тоже увидишь, тоже поймешь. Сейчас должно делать то, что ты понимаешь. Спасибо. С кузнечиком чуть позже разберемся. Да, есть. Кришна, говорилось про невежество, что в невежестве человек думает, что прогрессирует, что это путь развития. И есть сама гуна невежества, и также весь мир, говорится, даже все гуны невежества, так же называется, да? И мы видим также в Махабхарате герои, также Юдхиштхира и Бима, следуя дхарме, следуя выполнению своих обязанностей, порой эти действия приводили к обратному. Но что он не защитился за Драупади, Бишма, потому что он обещал защищать трон. И Юдхиштхира также, он где-то не мог выполнить наставления Кришны, потому что он обещал, например, не врать. И вот в карты он не мог как к кшатри отказаться, потому что это долг. Но это так привело к потере всего, хотя можно было отказаться, да, вроде бы. Зная, что они обманывают, он же знал, что они нечестные. Тем не менее, он, вы же говорите, все равно на это отвечал честностью своей. Является ли это невежеством? Это Штира? Да. Нет. Он не был невежеством. Здесь полное знание. Ну, это пример хотя бы, что он не стал быть убит Ашватхама, когда его Кришна просил. Кришна — это другой вопрос. Для него ни добродетели, ни греха нет вообще. Кришна может быть любые вещи. И когда ищет о долге между людьми, мы следуем дхарме. Когда Кришна вмешивается, мы следуем за ним. Такого случая. Это невежество же, когда мы отказываемся выполнить Кришну. Да. Условия. Да. Выполним свой долг. Можно сказать так, да. Но это такое возвышенное невежество. Ну, эти четыре, это очень возвышенное. Это невежество даже, я не знаю, как назвать, но это очень возвышенное какое-то невежество. Только рядом с Кришной его можно увидеть, такое невежество, потому что это ослепительное отлично. Может быть, только на самом солнце можно разобраться, где тень, где свет, но глядя на солнце, мы не видим этого. Это четыре, оно такое, могущественное. И Кришна, он имеет право вот как бы судить, он такой мессия верховный. А мы нет. Мы не осуждаем Хишму. Мы никого не можем осудить, потому что это очень возвышенные личности. Также, если рассмотреть, как Индра себя ведет, или Брамина себя ведет, как, не переведи Господи. Но мы не можем осуждать таких личностей. Не про осуждение, а про примеры. Они же играли роли. И вот они же показывали пример какой-то нам. Рядом с Кришной все ниже выглядят. Так нужно видеть. Не потому, что Юдхиштхира просто имеет недостатки. Все ниже Кришны. Никто не равен Кришне. Можно найти очень хорошую личность, но в присутствии Кришны мы увидим, никто не равен Кришне. С точки зрения вайшнавской сиддханты, это осуждается, эти поступки их личности, или они как бы не оцениваются вообще никак? Нет, не осуждается. Вайшнавы никогда не осуждают никого. Нет такого понятия осуждения. Для собственного блага, чтобы понять, стоит это делать или не стоит. Мы не можем так осудить. Потому что даже Кришна попал в такие условия, говорит, что же говорить о нас, так Прабхупада говорит. Люди спрашивают иногда, что такие личности так вели себя, как нам отвечать, правильно это или нет? Вы видите, да, себя в своей ситуации, как вы в такую ситуацию не попадете, как вы пишете. Невозможно. У вас не будет одна жена на пятерых никогда. Не будет такого, это невозможно.
А если будет, это уже будет что-то другое. Правильно будет сказать, что они даже находились в йоге майи? Да, лучше так сказать. Лучше. Так сердце успокаивает сразу. Это речь выходит. Если Арджуна впал в замешательство, кто-то скажет, а, Арджуна тоже в невежестве впал. Но это может быть оскорбление. Арджуна и невежество. Так показалось. Это лила. Поймите, это спутник Кришны. Там нет таких оценок. И тем не менее, Прабхупада говорит, да. Арджуна сыграл эту роль. Никто не становится Богом. Такой вывод. Скажите, пожалуйста, тоже мы с преданными каждое утро обсуждаем Шримад-Бхагаватам, и тоже после обсуждения пришел к такому выводу, да, что я не это название, все вдохновляются этим выводом, но потом все расходятся, да, кто на работу, кто куда, и там это очень быстро забывается. Начинается война, споры там, с коллегами. На работе? Да, да. Коллеги. Да, и как это поддерживает да, общее внутреннее настроение? Так, на следующий день опять обсуждают. Арджуна тоже Гиту послушал и воевал. Тоже война-то не за дхарму идет, а война-то за собственный поход. Да, там тоже всякое было. Душка, ты не думай, что там все будет. Там много было нарушений. Такова природа материальных отношений, всегда будет нарушение. Век Кали сейчас делай, что хочешь вообще. Нет правил жизни. Их меньше и меньше становится. И каждый сам за себя. Интересная тоже игра. Играли в детстве, каждый сам за себя. Это самая интересная игра была. С командой всегда трудно, там они ссорятся тоже, там, что ты не в команде или в команде, ты так, не сяк, ты не поддерживаешь команду. А каждый сам за себя, вообще проблем никаких. Каждый тебе соперник, каждый враг. И ты каждому тоже, все. Ясные правила. Простые, ясные правила. Так вот на работе работает. В Кали-Югу ведь. Такие игры. А что можем сделать? Нет другого ответа на этот вопрос. Знаем, что святое имя, оно все равно сильнее, Бхагава там сильнее. Вам кажется, что вы утрачиваете на работе. Да, какое-то настроение утрачиваете с Бхагава там. Но поскольку вы каждый день слушаете, в вашем сердце происходит перемен. И с течением времени это даст очень сильный результат. Мы видим это на опыте также. Кришна освобождает преданных в свое время. Когда придет время. Как воспочитание Рагунанда с Господами. Делай все, что возможно в твоих силах, и когда придет время, Кришна тебя сам освободит. Говорите, что прикладывание чрезмерных усилий к достижению какой-то цели является препятствием пути преданного служения. А как определить, вот сейчас приходится, ну, такие условия современного мира, что иногда приходится прикладывать усилия преданным, там, берут ипотеки, искусственное оплодотворение занимаются, кредит или еще какие-то такие вот усилия, которые то ли облегчают жизнь, то ли усложняют. Как понять, где ты прикладываешь чрезмерные усилия, а где не прикладываешь их, или где ты в рамках существующих обстоятельств, ты вынужден так действовать? В Кали люди вынуждены все прилагать чрезмерные усилия для материального поддержания. Уже установленный принцип, как бы уже проблема есть. Потому что, согласно тому, что говорят мудрецы о Кали-юге, человек в Кали-югу сможет найти максимум 2 часа времени на духовную практику. 22 часа в сутки, по-моему, будет занятием. Это всегда чрезмерные усилия. Причем плоды жалкие будут, незначительные. Невозможно удовлетворить ни душу, ни чувства, ничего. Люди работают на износ, живут мало. Не успевая сделать ничего своей жизни ценного. Вот. Помните об этом. Что уже все в этой ситуации находятся. Какой выход? Какой? Какой? Ну-ка, я спрашиваю, какой? Служение общества преданных. Воспевание святого имени.
тогда будет служение. Поэтому дается воспевание святого имени как самое могучее средство. Никакие другие виды яги не действуют, и просто даже нет времени и богатства, чтобы делать это. Нет характера соответствующего, решимости соответствующей. Они мало живут, ленивы. Это описывается Бхагаватам. Вот такая ситуация. Поэтому не жалуйтесь на Кали-югу. Мы так иначе выбрали это время для воплощения. Сами заслужили это время. Давайте воспользуемся преимуществами Кали-юги. Они большие. Огромное преимущество. Духовной жизни очень просто. И можно так практически ответить на этот вопрос, что если деятельность из материальной деятельности вы не успеваете повторять 16 кругов, значит чрезмерное усилие совершать. Это, скажем, хотя бы вот так уже можно определить, что это препятствие. Пока вы воспеваете 16 кругов, в полной мере, как бы внимательно, значит, можно считать, что ваша жизнь отрегулирована так или нет. И можно еще лучше отрегулировать. Но если вы уже не успеваете даже круги повторять, значит, имейте в виду чрезмерную силу. Кришна Махарадж, спасибо вам за лекцию. Возник такой вопрос, что большинство преданных находятся в каком-то материальном обществе, то есть кто-то на работе, кто-то учится. И то есть в основном мы проводим время где-то в материальном обществе. И также даются наставления людям, с одной стороны, преданный должен проповедовать, а с другой стороны, говорится, не открывать сердце материалистам, чтобы не нарушить какое-то настроение свое. То есть это опасно. И как вот вы бы совместили эти два момента, что с одной стороны надо проповедовать, а с другой стороны не открывать сердце материалистам? Когда вы проповедуете, естественно, вы открываете сердце. Но опасность заключается в том, когда вы общаетесь лично, близко с материалистами, в личные отношения вступаете. Вот к этому моменту предупреждаете, что тут будьте осторожны с открытием сердца. Материалист вас обманет обязательно. Причем так, что вы не поймете, как он это делает. Он сам не поймет, как он это делает. У него есть эмоции, есть чувства, есть сила чувств. Он может повлиять на вас этими чувствами. Знаете, как люди обманывают друг друга? Ужасным образом. Причина одна и та же у всех. Они лично общаются, но говорят, я тебя люблю. Вот тут начинается. Вот тут нужно быть очень внимательным и осторожным. Вот как раз в этот момент. Потому что можно очень легко поддаться на эти чувства. А потом поживить. Вот тут нужно разобраться. Это самый такой ответственный момент в жизни будет. Сделать правильное решение. Так же, как потом идут эти всевозможные виды браков, та же формула «я тебя люблю», то же самое. И люди начинают верить в эти вещи. И с материалистами общаться нужно очень осторожно. Но когда вы даете лекцию, проповедуете, то другой несколько момент. А открывайте сердце в сознании Кришны. А что получаете лично от них, если они хотят служить Кришне, значит все правильно, все чисто. Но если они подходят и говорят, я тебя лично люблю, хочу лично тебя, будьте осторожны. Сидят. Хари Кришна, Гуру Махарадж. У меня такой вопрос. В Бхагавад-гите, в описании о демонических личностях, Кришна описывает, что он таких существ, как правило, всегда низвергает в самые низшие формы. Хотя Творец Создатель приходил в таких обличиях, как Кришна, Нарасимха, и он убивал Дурьотхана, то есть не он убивал Дурьотхана, а Нарасимха убивал Хиранья-Кашипу, и
таких примеров было много, и они потом попадали в духовный мир. И у меня такое мнение, это предположение сложилось, что Творец-Создатель приходит не только со своими спутниками, как вот Баларама и остальные, а то, что Творец-Создатель приходит еще и с теми, кто играет роль демонов. Вот ваше мнение хотел бы задать. Да, так вот. Бхагаватам так и говорится. У него дух сражения же есть у Кришны. Любит сражаться. Этот дух откуда бы был здесь, если бы у него не было? Он тоже любит. Поединки, джиу-джитсу там. Сражался на арене Камсы, допустим, с удовольствием, с борцами, там, мастерами искусств. Кришна знает все. Вот. Но где найти достойного соперника, вот в чем вопрос. Поэтому из духовного мира выбирают. Такие могучие освобожденные Джая-Виджая пришли. Такие были демоны, никто не мог. Они были сильнее всех святых, сильнее всех садху, всех аскетов, всех полубогов. Все. То, что Двухирани Кашипу никто не повторил до сих пор. Это был достойный соперник. И они не боялись Кришну вообще. Но Кришне это нравилось. Записка. Что делать, если гуру болеет? А что делать? Как вообще правильно воспринимать и реагировать на это? Да, какое-то что-то беззаконное происходит. Вчера выяснили, что это милость Кришны. О. Ну что делать, все равно непонятно. Нет, вы не знаете истину. Гуру не болеет. Не стареет. Не умирает. Ну, знаете, нет. Это тело. Тело тленное. Но гуру не стареет, не болеет. Так нужно понимать. Что делать? Просадку какую-то чуть-чуть. Салфетки подносить, как-то нужно. Ничего особенного. Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, вы вчера сказали, что обида – это привычка, а я вот еще одну заметил привычку, что есть привычка неудовлетворенность. И хотел спросить, а насколько важно быть удовлетворенным тем, что имеешь, для наиболее быстрого духовного прогресса, духовной жизни? Тем, что имеешь, быть нетрудно удовлетворенным, а тем, что не имеешь, нужно. Если ты думаешь о том, что ты не имеешь, тут наступает удовлетворение. Можешь подумать о том, что ты имеешь. Так много может быть это уже. Если ты просто смотришь на кого-то и думаешь, у меня этого нет. Можешь почувствовать некоторое удовлетворение в сравнении, да. Но если ты посмотришь на того, у кого и этого нет, ты почувствуешь себя лучше. Нищий идет и думает, вот все люди как люди, я нищий стал, да, потерял деньги, страдает. А потом смотрит, другой нищий без ноги, ну то у меня все нормально. Ну, стало лучше. Ну, вот куда направишь свой взор, посмотри. Гуру Махарадж, а почему они в прошлые времена решали политические вопросы через игру в кости? Через игру в кости? Да. Почему сейчас так не делают? Да. Сейчас люди деградировали, поэтому не могут. Когда они лично выясняли кшатри, видите, лично играли в кости, лично брали оружие, выходили вперед на поле битвы, это прогресс был. Люди были достойные, сейчас они сидят в этих бомбоубежищах. У них там перископы всякие электронные, вот, и они кнопки нажимают и людей туда бросают на смерть. А сами там руководят. Что лучше? Что более цивилизованно? Гуру
тебя есть такое понятие вообще, как несправедливое наказание? Конечно. И как должен преданный человек относиться к этому? Должен как-то сопротивляться этому, отстаивать свою правоту или принять это как должное? Такой мудрец есть Мудак Амуни. У него нет плохой кармы, он великий мудрец. В его доме спрятался какой-то грабитель-убийца от погони. Эта история упоминается в Бхагаватам, что касается рождения Видуры, это связано. И когда царская служба, полиция искали этого вора, они обнаружили там мудреца. И думали, что это он здесь и скрылся, но он убил и ограбил. И привели к царю его на суд. Посмотрел одежду мудреца и такое поведение, говорит, ну, проткните его копьем, казните его. Да. Ну, на банщик и так далее. Совершил преступление под видом мудреца, тем более. Служи смерть. Это не брамин. Вот. И казнь практически уже началась, уже копьем стали прокалывать его тело. И в это время была остановлена, нашли этого преступника. В последний момент, как вы знаете, бывает вот при сюжетах таких вещах. В последний момент выяснилось, что он ни при чем, это истинный мудрец. И царь просил прощения у него за этот поступок, но мудрец понял, что царь не виноват. Виноват кто-то другой. За что он пострадал, неизвестно, потому что плохую карму он не совершал в течение жизни. Но он пошел к Ямараджу, этот мудрец, выяснять отношения. Я сказал, что я сделал, за что было такое наказание, такое испытание. Ямарадж беспристрастно спокойно сказал, в детстве, когда был ребенком, совсем не смышленным, ты проткнул насекомое соломинка. Ах, вот как сказал мудрец, я тебя проклинаю. Родишься ли смертным? И Мараб сказал, о, дело сделано. Это его план. Он допустил эту несправедливость, получил проклятие, родился как Видура, принял участие в игре Кришны. Тогда за этим есть какой-то другой смысл, получается. Например, преданный трудится в какой-то ятре. Но потом конфликт возникает с руководством. И все выясняют, что справедливо, что несправедливо, кто прав, кто виноват, не так. Руководство, наверное, неправо, и они тоже были неправы, и в конце концов, те другие плохие. В результате этот пред может пойти в другое место проповедовать, и план был именно в этом. Другой план касался этого момента. Что просто нужно в другом месте проповедовать. А как его получить? Он же сам не увидит, не будет здесь становиться. Если это такая ситуация, что все плохие его говорят, и он там проповедует спокойно. То есть есть разные способы. Вот если вы изучите судьбу Индры Прабу, он сам рассказывает про это, что он говорит, я конфликтовал со всем, говорит, со всеми президентами храмов. Куда бы ни приходил, я везде был конфликтный. Говорит, пока вот не нашел это место в Вриндаване и круглые сутки не стал успевать. Мы видим, что с этим планом Кришна он установил целую школу успевания таким образом. А с точки зрения как бы вот руководства или речи, он конфликтный человек. Ну вот Кришна его в Вриндаван. Там он и ушел. Это сейчас легендарная личность. Все, весь мир знает его. Его служения. То есть так Кришна все использует для блага. Но в нашем понимании человеческое мод есть правый, неправый там, и прочее. Мы можем так понимать, что но это не так важно. Моралисты думают, это самое важное. Он не прав. Понимаете? Вот что самое важное. Ну, у Кришны есть много способов. Одновременно он может человеку показать его недостатки, одновременно дать ему хорошее место. Одним движением это может сделать. И то, и другое может сделать.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, нормально ли это, когда, допустим, преданные на Сангиртане навязывают книги прохожим? То есть именно не распространяют, а навязывают. Вопрос у меня этот родился в связи с тем, что я приехала в Ставгород, и мне сестра рассказывает, что каждый день я попадаю этому же месту, встречаю ваших друзей. И, в общем, я говорю, что мне некогда, я бегу, они все равно меня догоняют, навязывают. Ну, то есть... Да ну, купила книги, да? Они не поверили, она однажды говорит, я взяла, чтобы отвязаться, и бегу дальше. А они догоняют и говорят, нужно же пожертвование. А как же? Что за люди пошли? Вот у меня вопрос такой, что, ну, то есть это... Ну, какое-то навязывание, ну, или это нормально, что такая реакция у людей? Иногда Прабхупада говорил так, что майя нам навязывает свои законы. Если мы чуть-чуть навязываем сознание Кришне, ничего страшного, чуть-чуть. Но если мы слишком это делаем, да, слишком, это плохо. Если люди настраиваются против преданных потом, это не очень хорошо. То есть методы тоже нужно знать, как распространять. Ну, тактично, чтобы людей слишком не беспокоить, не тревожить. Но какое-то навязывание, потому что люди, в принципе, не хотят покупать эти книги. Если вы в магазине выставите, их никто не покупает. Трансцендентную литературу. Их интересно, как стать богатым, как стать здоровым, как семью, как детей. Ну да, это не могут. А вот эти вещи, это редко кому. Поэтому пока вот преданные усилия какое-то не приложат особое, человек, может, и не купит книгу. Вот преданные пытаются это делать. То есть они не то, что что-то неправильно, они правильно... Направление у них правильное, служение. Но так или иначе, да, безупречно это сделать сложно. Видите, говорится, что мудрый не беспокоит людей, помните? Почему? Что люди восстают потом против. Хотя он правильные вещи говорит, но люди будут протестовать. Это мудрый не беспокоит. Но Прабхупада в комментарии говорит, что преданный Господа добрее самого Господа. Он все-таки будет приставать к нему. Но смотрите, чтобы не было чрезмерно, конечно, слишком чрезмерно. Ну да, она говорит, похоже, говорит, как на цыгане. Если бы я тебя не знала, я бы думала, что вот, ну, сумасшедший. Цыгане, очень хороший пример. Сколько видел цыган, полная ассоциация, да. Они очень привлекательные. Там, где цыгане, люди сразу сбегаются посмотреть на цыган. Более свободных людей не найдете вообще. И самых хитрых вообще. И быстрых. Они очень привлекательные цыгане. Воруют безупречно. Также преданные не безупречно книги распространяют. Люди покупают, потом не читают их. Покупают комплектами, потом даже не читают, но покупают. Только цыгане могут делать. Если мы этого не делали, хорошо, там есть, конечно, какие-то трения, какие-то недостатки. Мы согласны, что есть недостатки, их нужно исправлять. Но если бы мы это вообще не делали, то люди вообще ничего не получили. Что бы изменилось в мире? Сейчас почайная ложь. Другая проблема тоже есть. Да, есть риск в этом поведении, я согласен. Но все же благородный риск. Все-таки это Бхагавад-гита. Пусть найдут недостатки, пусть прочитают, что плохого им предлагают. Эти деньги себе никто не берет. Ничего плохого преданного нет. Ну, потому что там пристал, там дернул, ну, что такое. Книгу, да, побежал квартал за пожертвованием еще. А вы сами попробуйте, пусть она сама попробует. А кто это будет делать, Станан? Кто-то же должен это делать. Пусть почитает, согласится, но нет, что кто-то должен не выйти. И если она прочитает внимательно, скажет, надо распространять эти книги. Она согласится с этим. Хорошие книги. Спасибо большое за лекцию. Тема «Мир в себе, мир между вайшнавами». А если все-таки случаются какие-то трения, то как сохранить сознание ниже соломы? То есть мгновенно понимаешь, что надо предаваться и молиться, и говорить, вот Кришна, убери все неприятные мысли про человека, и вот занимаешь свой ум, а потом все равно, как жвачка, со временем, но на служении встречаешься, и тема, ну, больная. Не так, нет, так не получится. С умом не справится человек сам по себе. Рупа Госвами говорит, нужно 6 принципов додать, практиковать. Ну, повздорили, но это нормально же.
точки зрения личности, разные мнения, это нормально. Но не сошлись чем-то, ну хорошо, бывает. Ну, вы хотите просадить друг друга потом. Взаимно. И вы видите, все хорошо. Ну, разные мнения, вы начинаете мыслить уже по-другому, как позитивно. Прабхупада с вами говорит об этом. Он не говорит о том, что нужно как-то вот жить с этим потом, терпеть, там, молиться страшно, там, не знаю. Просто вот поругался, пошел, купил букет роз. И подарил кому-то. Или там просад приготовил сам, сладость какую-нибудь. На, вот тебе подавись. Я говорю, даже такие мысли, но тем не менее, что ты для этого ты сделаешь, что жизнь совершилась, ты не поделаешь. Когда ты очистился, все, и нормальные отношения уже, и уже не желаешь плохих вещей. И он не подавился, а уже благодарен. То есть это тоже нужно практиковать как-то регулярно. Не доходите до смертоубийства, так сказать. То есть маленькие вещи можно сделать трагедию. Из маленькой незначительной вещи можно сделать такую трагедию, что жить не захочешь. Одна сторона, что мы так общаемся, что жить больше не хотим в материальном мире никогда. С другой стороны, мы общаемся так, что мы хотим духовный мир, потому что так же есть духовные отношения. У нас всегда две стороны присутствуют. С материальной точки зрения мы не очень хотим общаться друг с другом. Мы знаем, как это вот сложно соприкасаться с материальной стороной, аханкарой, мнением каким-то там, качествами материальными. Да, неприятные вещи очень. А с другой стороны, преданные, они имеют духовную сторону, и с этой стороной мы общаемся, мы знаем, это вот духовный мир. Одновременно опыт получаем тут и другой. В духовном мире тоже все разные, пропадают. Тоже все личности, тоже разные мнения. Но там столько служения, столько любви, и там все это вот устраняется, все эти. Вот. Нет материальных недостатков. Там, конечно, удивляются друг на друга глядя. Откуда у тебя такое мнение? Как ты такое голову? Но Кришна удовлетворен, и все счастливы. Поэтому одновременно мы видим друг в друге вот эти две стороны. И поддерживаете вот именно духовную сторону. Как? Шесть принципов додать. Особенно вот что важно, как мы выяснили за последние вебинары, все сошлись в одном преданном, что может быть дефицит сейчас в том, что не хватает дружеских отношений. А как без этого, я не знаю. Как возможно? Долго ли продержитесь? Если нет таких дружеских, глубоких отношений. Если вы не можете раскрыть свое сердце с кем-то, это по-настоящему. Надо культивировать дружбу. Постепенно можно культивировать дружеские отношения. Да, жизнь более полноценная будет, более счастлива, мы себя чувствуем. Ждем от Кришны. Кришна это общество преданное. Вот, давай здесь участвовать, служить. Давай дары, принимай дары, угощать просады, принимать просады. Раскрывается, когда мы не слушаем с доверием. Очень мощный процесс. И вот если это делать, Кришна будет доволен. То есть с этой точки зрения не нужно каких-то еще особых усилий в сознании Кришны. Нет. Вот на кого опишь? Иди к тому, угости просаду. Трансформация же происходит. Нам трудно сделать это все. Мы замыкаемся в своем индивидуализме, в своих мыслях. Пол жизни может пройти, дорогие мои. Надо выйти из этой иллюзии. Под лежачей коню вода не течет. Делайте хорошие вещи, делайте хорошие вещи, делайте. То, что предписано хорошее, нужно делать. Это Рупа Госвами говорит. Рупа Госвами говорит. Почему это не делать? Угощайте просадом друг друга. Необиженных и необиженных.
Если вы проповедуете или дополняете, или обсуждаете, то уже иногда раскрывайте свое сердце, иногда раскрывайте свое сердце. Чтобы мы чувствовали, что Кришна здесь. Что несмотря на разные мнения, все преданные здесь, здесь все искренние души. Не нужно выживать духовно или умирать духовно постепенно на глазах у других. Выпадать в осадок, как говорят другие. Нет, это магуна. Это ложное эго все еще. Мы здесь не хорошие, не плохие все. Мы просто больные еще, не выздоровели. Надо относиться друг к другу с этим пониманием и состраданием тоже. Я видел, как росли современные лидеры в России и в других местах. Я старше многих из них. Вы думаете, они были всегда безупречны? Нет, они совершали много странных вещей. Но при этом они все искренне служили Кришне. Я всегда это видел, всегда это поддерживал. И всегда верил, что недостатки очистятся, и это так и так было. Что недостатки очищаются. Если мы способны это терпеть как-то, на это смотреть другими глазами, не конфликтовать, а поддерживать хорошую сторону друг друга, мы становимся друзьями. Все, кто сейчас лидеры, они начинали, они много делали странных вещей. Как и я в свое время делал, тоже странные вещи. Но кто-то же меня терпел, кто-то же мне помогал. И я благодарен этому сейчас. Что кто-то меня терпел, помогал. Человек сам раскается в свое время, сам покается во всем. Вот что важно. А мы хотим мстить иногда друг другу. Это не наш мир. Дрёхнуло. Да, последний вопрос. Хари Кришна, а скажите, пожалуйста, как взрастить в себе вкус к служению и как захотеть быть слугой других? Мы не хотим быть слугами, нет. Мы хотим, чтобы нам служили. Но мы просто служим, делаем. И вкус приходит. Если мы не служим, вкус может не прийти. То есть в уме будет все равно препятствие. Почему я буду ему служить? Есть служить. Там одно ложное эго. Не хочу служить. Или я не нравлюсь этому человеку, с чего я буду служить? У нас всегда будут какие-то причины не служить. Но у нас есть правила предписания. Служить. Мы просто это делаем. И делаем, мы понимаем, что это лучше, чем не служить. Это хорошо. Вот таким образом. Мы практикуем. Не ждите, не подъезжайте ко мне, вода не течет. Вы все еще чего-то ждете. Каких-то более благоприятных обстоятельств. Все это обстоятельства уже очень благоприятны, мы уже в обществе рядом. Остается только занять себя служением. Самому. Мы говорили об этой иллюзии в лекции, упомянули, что мы ждем чего. Вот ситуация благоприятная, я жду более благоприятной ситуации. И вот она уже более благоприятная, я ищу более благоприятную ситуацию. И вот уже общаюсь с духовным учителем, а я жду еще более благоприятную ситуацию. И вот уже Кришну уже жду еще более благоприятную. Вот это у меня настроение, видите. И я теперь упускаю шанс. Все шансы упускаю мимо. Не упускайте свой шанс. В обществе приятных, не упускайте шанс. Служите вайшнавам. Это предписание Рупы Госвами. Достаточно этого, достаточно. Не нужно ничего ждать. Сразу нужно делать. И несколько дней анархи уйдут, говорит Бхактивинода. Нет, я уверяю вас, несколько дней служения. Бхактилока, почувствуйте, что больше нет врагов. Сразу же. Мы это почувствовали за один день в Джайпуре. Там я увидел, что такое Бхактилока.
Впервые в жизни он увидел, что такое бхакти лока. Как там люди обмениваются просадом, просто ходят. Все, что они покупают, уже раздают. Правильно. И мне сказали, это бхакти лока, вот она. Что я был на Вайкунтхе, я чувствовал, что это просто, это Вайкунтха, все стирается, все материальные отличия стираются, неважно, индус или русский, кто бы там ни был. Бхакти лока, мир Кришны. Но это нужно делать, это нужно делать. Давать дары, принимать дары, угощать просадом, принимать просадом, раскрывать сокровенные мысли, слушать с доверием. И постепенно, постепенно мы почувствуем духовное родство. Это же уже прогресс, поймите, это уже духовная жизнь. Вы можете не видеть Кришну, вы можете видеть преданных Кришны. Это одно и то же. Спасибо большое, что пропал на Киеве.